На подготовку к отопительному сезону в регионе потрачено почти 4 миллиарда рублей. Из областного бюджета поступило 700 миллионов. Остальное – это средства ресурсоснабжающих организаций. Вилуторовское тепло в домах появится уже 16 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города. В областной столице 15 сентября – последний день для получения управляющими организациями паспортов готовности. Когда в квартирах тюменцев появится тепло, расскажет Юлия Никифорова. Подготовка к отопительному сезону в этом доме началась еще несколько месяцев назад. Проверили приборы учета, заменили задвижки и промыли трубы. Все это нужно было успеть до наступления холодов. На данный момент проведены мероприятия, связанные с подготовкой к запуску теплоносителя. Проведены опрессовки, проведена промывка системы. Также получены акты готовности. Собственно, на данный момент жилой фонд полностью готов к приему тепловой энергии. Некоторые управляющие компании начали уведомлять жильцов, что скоро в квартирах станет тепло. Такие объявления уже начали появляться у подъездов, ведь звонки с вопросами, когда батареи станут горячими, стали поступать с начала сентября. Конечно, ждем. Дом сам по себе хоть и теплый у нас, но все равно сыровато уже, когда белье стираем. Тепло-то хочется уже. А вот в социальных учреждениях города батареи уже потеплели. Например, в школах и детских садах. Причем решение о начале отопительного сезона такие организации принимают самостоятельно. Для этого достаточно подать заявку в УСТЭК. Их поступило уже несколько сотен. И несмотря на то, что осень, как всегда, пришла нежданно, мы были готовы к отопительному сезону в конце августа. И включили тепло 8 сентября. На сегодняшний день наши дети в тепле. Теперь очередь за жилищным фондом. Управляющие компании должны были подготовить дома к приему теплоносителя. Качество работ оценивает специальная комиссия. В Тюмени нужно проверить 3700 домов. И только после этого специалист выдает паспорт готовности. Он – гарантия того, что зимой поломок не будет. Но в случае непредвиденных ситуаций отвечает управляющая компания. Практически 100% управляющих компаний обращаются в комиссию. Нам за предыдущие годы удалось навести порядок в этой сфере. Ну, а те, кто не обратится, это, как показывает практика, какой-то процент в пределах погрешности, то есть он совсем незначительный, это буквально там несколько, может быть, домов. По всем по ним данные будут направлены в государственную жилищную инспекцию для привлечения к административной ответственности. Это тоже уже сложившаяся практика, но жителям и этих домов тоже не стоит переживать, в их домах тоже будет тепло, потому что оценка проведенной работы, либо отсутствие факта обращения в муниципальную комиссию со стороны управляющей компании, либо ТСЖ, никак не связано с подачей тепла. Тепло в эти дома все равно будет подано. Почти все районы Тюмени готовы к отопительному сезону. Когда он начнется, зависит только от погоды. Судя по прогнозам синоптиков, батареи станут горячими в последних числах месяца. В прошлом году отопительный сезон в областной столице стартовал 23 сентября. Юлия Никифорова, Александр Зосимов, Тюменская служба новостей.